Дорога домой. Так называется благотворительная акция, которая в очередной раз пройдет в Люберцах. Отдать бездомных животных в добрые руки – главная цель выставки. Но помимо знакомства с питомцами приютов, организаторы подготовили еще ряд интересных мероприятий. «Добро пожаловать в стаю» – такой девиз волонтеров приюта «Котовский энд Собакин». Вот уже в седьмой раз в Люберцах они проведут благотворительную акцию в поддержку бездомных животных. Традиционно она пройдет в Наташинском парке. 21 апреля с 12 до 15.00 мы сможем помочь нашим хвостатым друзьям. Корм, игрушки, миски, лотки – и это лишь малая часть всего необходимого. Но главный подарок, который можно преподнести четвероногому другу – это, конечно же, дом, что является главной целью акции. Помимо выставки пристройства, в парке пройдут лектории, мастер-классы для детей и взрослых, а также благотворительная ярмарка. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.